Всем доброго трямса, с вами Грини, и мы снова опять играем в Heart of Iron, третий день подряд. Я наконец-то хочу завершить эту кампанию, этот сезон, захватить таки эту Канаду и с Америкой, ну, возможно, захватить, посмотрим. Может быть, мы вообще не успеем, у нас 48-й год, середина 48-го года, я не помню, до какого там времени у нас игра длится. Может быть, мы и не успеем захватить их, но, в принципе, тут уже всем понятно, что... До свидос, как говорится. Я немножко убавил количество подразделений, скажем так, которые у нас были охранные, вот не кавалерийские, а такие гарнизоны, и тем самым выиграл 60 тысяч у нас людских ресурсов, но в принципе, мы можем в любой момент сделать, если нам не будет катастрофически хватать людских ресурсов, мы можем в любой момент поменять призыв. У нас сейчас только 5%, а у нас еще обязательная служба 10%, и 20%, и 25%. То есть мы еще можем, ой, сколько народу призвать в армию на самом деле. Я пока просто этого не делаю. Нам пока хватает. Давайте добавим кавалерии. 10 подразделений давайте добавим. А, походу дела уже не хватает, да, не хватает людских ресурсов, тех самых. Ну, значит, мы сейчас их все-таки мы поменяем сейчас нашу позицию немножко. Так, и давайте мы их в Лондон перебросим, вот сразу же, как только обучатся, пускай кездуют в Лондон. Здесь у нас самое большое противостояние нам, самые большие партизанские силы, в общем, уроды всякие тусят. Введем все-таки, значит, обязательную службу. Это у нас объем строительства, скорость строительства и время подготовки на 20% увеличит, к сожалению, да. Зато у нас появилось 3 миллиона свободных жителей, свободных людских ресурсов. Далее, что с флотом у нас совсем беда. И по этому поводу я что сделал? Я немножко его реконструировал, скажем так. У нас есть... Вот один более-менее успешный флот, это 71 лодка, которая контролирует вот этот вот перешейчик у нас, вот эти три моря, точнее части моря, да. Дальше у нас есть с вами флот, 6 лодок осталось, это которые вот здесь вот контролируют что-то, пытаются контролировать. И вот эти флоты, вот это Тасманово море и вот этот вот 7-й флот я отправил сейчас вот сюда, здесь они у нас... Сольются воедино. Давайте мы их сразу же, вот этот и вот этот флоты, мы их можем сразу объединить? Да, мы можем их сразу объединить. Ну, в любом случае, пускай они пока отправляются сюда. Все верно. Ну и продолжаем здесь воевать. Да, и что я еще сделал? Соответственно, я вот тут развертывание 600 новых истребителей поставил. Ждем, пока они у нас здесь появятся и начнут здесь у нас безобразничать по-всякому. Надо тут устроить всяческие эротические приключения этим козлам из Америки, потому что они тут меня начинают раздражать малость. Даже, я бы сказал, не малость, довольно сильно начинает меня раздражать. Как видите, довольно-таки большое количество дивизий сюда подогнали. Кстати, что мы еще можем сделать? Мы можем перебросить здесь нашу голубую армию, наконец-то тоже перебросить ее в Америку. Почему бы это не сделать и поставить ее вот здесь вот на это направление? Правда, она будет, конечно, сюда чапать очень-очень долго, как мне кажется, да, линия фронта. Так, что так? Во, какая-то маленькая получилась линия. Ну ладно, что вы едете сюда, не едете? А, нет, смотрите, все, собираются и отправляются они в плавание. Только, по-моему, это величайший идиотизм, потому что они решили ломануться по территориям противника. Ну, в общем, сейчас я чувствую, мы так пролюбим здесь наш флот, точнее, наши части, да? Нет, ребята, по-моему, это хреновая офигенная идея. Давайте-ка мы сейчас уберем вот этот приказ и перебрасываем, значит, наши части. Сначала давайте мы ее перебросим к нам в Индию, вот куда-нибудь сюда, допустим. Всех отправляем вот на этот приказ. Я надеюсь, что они сейчас поменяют направление. Да, они поменяли направление движения, и больше они не собираются кончать жизнь самоубийством, отправляясь просто вот здесь. Весь море, все море контролируется штатами. Какого лешего их понесло туда, я вообще не понимаю. Блин, нам бы, может быть, в пехотные дивизии добавить бы... А, ну это не наши пехотные дивизии. У нас вообще нет пехотных дивизий. Производить... Новые броневички, я думаю, что, ну фиг знает, давайте мы сейчас пока вот это уберем, не будем это показывать. Нас интересует, вот, бронетранспорт интересует нас, правда они у нас вроде как сейчас нигде не используются, к сожалению, увы, ах, тортойс.
Так, ладно, центурионы будем изучать, хотя, опять-таки, мы их вряд ли будем использовать. Я думаю, что надо просто механизированную пехоту создавать. Так, тут мы ни черта не можем сделать, да? А в шаблонах мы что-то интересного поменять можем, интересно, или нет? Вот, механизированная пехота, мы можем поменять немножко шаблоны. И также, наверное, нам надо будет заняться все-таки ПТ-хами. Блин, ну это поздно, это мертвому припарки на самом деле. Так, а это что за дичь вообще? Мне не нравится эта хрень. Давайте мы... Черт его знает, как нам тут лучше поступить. Вот эту часть попробовать отхватить, но мне кажется, мы тут ничего не сможем сделать. Да кто придумал оттуда-то нападать? Это какой дебил-то, блин? Хрень какая-то. Вот так вот. Я что-то не понимаю. Это что у нас? Разные... Что-то какая-то фигня вообще. Опаньки, я смотрю, у вас тут как-то со снабжением какая-то беда. Давайте мы этим немножко воспользуемся и немножко вас все-таки тут это... Попробуем подоить. Так, давайте мы здесь тоже чуть-чуть вас покоцаем. Ну или попробуем. Смотрите, да, у нас получилось. Надо просто было вовремя отслеживать тот момент, что у ребят проблемы со снабжением и с организацией. То есть мы сейчас можем и дальше попробовать надавить вполне, потому что у них явно сложности. Так, а что здесь такое? Воинская часть не может пройти в провинцию, находящуюся на ее пути. Как так-то? Так, по-моему, вам пора проигрывать, ребят. Совершенно точно. Так, здесь нас что, отбрасывают назад или мне показалось? Нет, ну, слава богу, вроде бы показалось. Надо надавить и этих козлов отсюда все-таки выбить. Что-то какая-то дичь, ребят. Вот здесь вот какая-то дичь с этим приказом. Ладно, почему они снимаются и уходят, вот это, конечно, как-то непонятно немножко. Здесь нам надо вот так вот выровняться, потому что здесь придется тогда всего две провинции, да, держать. Либо держать придется много провинций. Но разница сразу же на глаз видна. Ой, тут подразделений-то вражеских немереное количество какое-то. Так, ну-ка отставить, куда там вы ломиться пытаетесь? Так, этих надо занять, чтобы они в виде подкрепления не подошли вот на этот театр военных действий, скажем так. Здесь противник из Торонто, да. Из Торонто противник отступает. Вот здесь мы вряд ли, наверное, сможем что-то сделать. Но попытаться-то стоит, наверное. С четырех направлений атаковать. Улучшенный ракетный двигатель у нас готов. Ну давайте ПТ-хи, ну это, блин, это очень смешно, ребят. То есть вам насрать, да, что вас окружили со всех сторон, вам на это как-то положить. Я смотрю, в общем-то, положительные ребята, очень положительные, кладут на все. Ребята, здесь мы имеем некоторые шансы на то, чтобы прорваться вперед. Почему бы не воспользоваться этими шансами? Здесь мы сейчас займем противника немножко боем. И вот здесь вот сбоку, слева мы продвинемся вперед, продвинулись. Вдруг еще и колечко удастся сделать, вообще будет огонь. Поддержим еще атаку. Да, ребят, смотрите. Получается, главное, чтобы нас сейчас тут не заперли. Это будет тогда не очень хорошо, наверное. Так, ребят, давайте все прорываемся. Надо вот отсюда этих козлов выбить, чтобы здесь выровнять линию фронта. В принципе, мы выровняли уже линию фронта. Торонто, кстати, в наших руках, это тоже хорошо. Так, а здесь что? Ну, ядрить-мадрить, а, ребята, ну, это неправильный расклад какой-то. Тут, короче говоря, в этом Галифаксе полный голяк. Полный абсолютно голый факс. Господи, тут вообще... Ребят, откуда у них столько дивизий, блин? Тут надо устроить ковровые ядерные бомбардировки. Именно вот, именно так. Что-то здесь вроде бы не так много и подразделений-то противника, но при этом прорваться мы ни хрена никуда не можем. А вот здесь что происходит? Кто вам сказал здесь наступать? Еперный ты театр! Ну вы посмотрите! Кто меняет? Вот я не понимаю. Я же четко сказал. Вот отсюда. Вот отсюда, ребята. Вот отсюда, вот наступать. Что за дичь? Ни черта не понимаю. Почему он делает все, как хочет сам? Кто ему сказал вот здесь наступать? Я не понимаю. Что вот это такое? Вы, ты хочешь в окружение, что ли, попасть? Что за фигня? Здесь куда все дивизии делись? Господи, ребята, ну что за хрень? Так, давайте-ка мы вот, значит, вот здесь вот так вот убираем. Здесь нарисуем вот таким вот образом границу одну. Значит, отправляем сюда, соответственно, вот эти подразделения. Горное давайте тоже сюда же. Одну механизированную. А здесь мы поставим линию обороны вот так вот. И поставим сюда три вот эти дивизии. Все. Идите все лесом, как говорится. Потому что здесь какая-то фигня здесь творится с этими атаками. Как-то они тут
понимают мои приказы по-своему. Периодически их переосмысливают, я смотрю. Так, ребят, нас здесь опять выкинули, что ли? Ну что за говно-то? Так, радиообнаружение. Радиообнаружение — это замечательно, радары делаем, но это все нам совершенно, совершенно не нужно. Ну нечего нам больше исследовать, в принципе. Хорошо, как у нас наши дела с голубой армией происходят? Голубая армия потихонечку перемещается, но это будет еще очень-очень не скоро, она доберется до места. И здесь, конечно, мы тоже завязли, я бы сказал. Блин, одна дивизия была. Одна дивизия против трех дивизий моторизованной пехоты. Чё за дичь-то? Вы чё, захватить не можете? Утырки, блин. Всего-то надо захватить Вашингтон. Мелочи вообще, просто мелочи. Хорошо, давайте, значит, здесь еще что сделаем? Полосу обороны вот таким образом, да? Сюда мы поставим вот эти пехотные части. Вот эти пехотные части. И да фиг знает. Ну вот так давайте сделаем. И режим, в режиме редактирования мы уберем вот этот приказ, по крайней мере, вот до сюда. Здесь все лишние части сейчас отсюда уйдут туда. Здесь останутся только те, которые для обороны. Вот так вот уже как-то посимпатичнее получается. Кстати, удивительно, что они здесь не напали. Могли бы очень даже легко и просто. Так, авиация. Вы у нас уже работаете. Ну, все верно. Активные вражеские истребители до хера. Просто реально дофигища. Значит, здесь что у нас? Сколько здесь? 2000 самолетов может быть, да? Ну, давайте мы здесь сделаем еще таких же, такое же подразделение. 600 еще будет. И тоже его отправим, как только он развернется, пускай тоже здесь приступает к боям. Обеспечивает наше воздушное превосходство. Я не понимаю, почему вы не захватываете... А, ну правильно, план-то действий, в принципе, не подразумевает захвата, да? Ну, в смысле, не агрессивный план. Ну-ка. Отставить. Вот так вот. Не мешаем. И остановиться. Хорошо, ну через... Здесь-то они, наверное, не смогут перейти на другую сторону. Так, отсюда, я смотрю, они тоже отступают, или мне кажется? Нет, они здесь просто тупо циркулируют. Ну давайте займем здесь братишек, чтобы не выпендривались и не мешали нам захватывать. Может быть, вот здесь получится прорваться сейчас. Ну, штурмовики наши тут вообще участвуют. О, 139 самолетов, кстати. Нормально. И мы захватили. Отлично. По чуть-чуть мы двигаемся вперед. Я очень надеюсь, что у нас получится все-таки добраться до Вашингтона хотя бы в какой-нибудь серии. Канаду нам не дают. Ну, никак не хотят нам давать Канаду. Хорошо, флот у нас тут появился. Где наши флоты вообще? Где они ходят? Египетский флот в Египте. Так, Северная Англия, Северная флот. Так, вот, ага. И какой у тебя приказ? Ага, приказ у тебя здесь вот работать, да? Давайте его переименуем в канадский, третий канадский, и отправим его где-нибудь сдохнуть по-тихому. Передислокация, он будет в Квебеке у нас стоять, и... так, вот здесь патрулируешь, вот здесь и Лабрадор. Это у нас третий канадский. Вот это вообще непонятно, что за флот и почему он там стоит. Я вообще не понимаю. Я думаю, что вот эти флоты надо, вот этот и вот этот надо объединить вообще, попытаться во всяком случае. И в производстве, где у нас тут, значит, подводные лодки наши, вот они. Значит, лодки, первый флот у нас, вот здесь вот мы давайте Англия-Канада, канадский флот, так, это Англия, подождите, Англия-Канада, первый флот, так, это тоже канадский, все верно, все нормально. Пока не везде еще оперативное планирование готово, но... Так, смотрите, сейчас вот эти подразделения отсюда уйдут. И останется здесь только танковые части, и все, да? Или нет? Или они не уйдут отсюда? Вот злыдни. По ходу дела не особо они отсюда стремятся уйти. Но давайте мы вот так вот сделаем. Опять мы отвлечем противника ударами с других направлений, и, возможно, это даст свой результат. Хотя... Скорее мы, по-моему, вот здесь прорвемся, чем там. Так, а здесь нам, кстати, не особо-то и надо. Нам бы вот здесь прорваться. Здесь нам никто не даст прорваться. Нам нужна голубая наша армия здесь. Очень нужна. И можно, кстати, я думаю, что здесь у нас... Ну, вот эти пехотные, я думаю, можно перебрасывать и на этот приказ. Да, нигде у нас не получилось прорваться, походу. Или вот здесь, смотрите, вот здесь получилось. Добыть этого не может. Да ну нафиг. Ой, не дадут нам здесь удержаться, ребят, не дадут. Никак нам дальше не продвинуться. Ну просто никак. Надо ядерное оружие. Подождите, а у нас есть ядерная бомба, да? А как ее применить?
Как минимум 75%, да? В зоне поражения находится как минимум один стратегический бомбардировщик. Понятно. Ну вот как бы стратегические бомбардировщики-то это как раз наше слабое звено, у меня их вообще нет. Так, что у нас по авиации в этом регионе вообще происходит? 1209 наших самолетов, 500 всего штурмовиков. Вот штурмовиков маловато на самом деле. Ну давайте вот здесь вот сделаем еще штурмовиков, наверное. Опаньки, ни хрена себе у нас тут возможно сделать-то их. Я даже и не знал, что у нас их так много. Давайте 700 сделаем. Но пока они развернутся еще, это еще будет, пройдет очень много времени. Так, ну зато у нас вот появилась наша голубая армия, наконец-то. А чё наконец-то? Так, ладно. Давайте этот мы удалим приказ. И нашу голубую армию попробуем отправить таким... Ну, сначала мы ее отправим в Англию. Хотя можно сразу вот ее куда-нибудь здесь в Германию отправить. Ладно, пока они доберутся, мы еще успеем половину подразделений пролюбить. Мне вот что интересно, а мы можем закинуть куда-нибудь здесь какие-нибудь наши подразделения? Так, давайте-ка мы сейчас попробуем все-таки высадку сделать, может быть. Вот отсюда давайте. Сюда, наверное. Может быть, получится. Может быть. Не уверен. Вот так вот. 5 подразделений мы отправляем на этот приказ. 17 дней. Посмотрим. Может быть, что-то из этого выйдет. Ну что, попробуем еще разок надавить здесь по фронту. Но это на самом деле все просто трата, по-моему, людских ресурсов. И не только людских ресурсов. Может быть, где-то мы и продавим, но очень сомнительно. Не дадут нам этого сделать. Хотя, смотрите, вот здесь вот, но здесь, отсюда нас сейчас выкинут. Вот этот бы, вот здесь бы нам как-нибудь прорваться. Да неужели? Все, мы здесь выровняли линию фронта. Так, исследование завершено. Ясно. Флоты продолжаем исследовать. Плавучая авиабаза. Сомнительное, про что я авианосцы начну строить. Очень сомнительно. Но по чуть-чуть мы продавливаем, ребят. И, может здесь еще сдвинуться? Чуток. Ну, а почему бы нет? Линию обороны чуть-чуть перенести на клеточку. Пока они отсюда все посваливали, мы сейчас здесь все поправим. Теперь вот так вот мы будем обороняться. По клеточке, по провинции, и так вперед и продвинемся. Так, а вот это что за дичь? Это еще что за нахрен? Так, летчик ас получает повышение. Не дают, мы только захватываем вроде как, и тут же нас оттуда выбивают, блин. Давайте поддержим наступление со всех сторон. То есть вроде мы даже их и сливаем, за счет авиации мы их очень мощно сливаем, но мы не успеваем занять эту провинцию, ее захватывают. Вот гады, а. Смотрите, что делают. Понаступаем немножко. Давайте мы сейчас линию фронта здесь вот такую сделаем. И вот эти дивизии мы на эту линию фронта обозначим. А вот этот приказ об обороне мы уберем. И попробуем здесь прорваться вперед и занять вот этот перешеек и вот этот. Может быть, здесь получится быстренько прорыв сделать. Да ядрить твою налево. Ну вот это-то мне зачем здесь продолжение? Ну что за дичь-то? Господи, ну вот зачем вот это мне с... Уберите нафиг. Уберите нафиг. Вот так вот это у нас происходит. Сейчас еще до... Ну, конечно, уже начали перемещать туда войска. Ну зачем? Я не хочу переводить их в другую армию, но я чувствую, что придется. Твою мать, а. А здесь нас, походу, дело... Да, нас здесь отбросили назад. Не, ребят, меня такая хрень не устраивает совершенно. Давайте, значит, атаковать опять... Так, тут все готово. Ну что, поехали. Сейчас попробуем высадиться еще там. Будет веселуха, если получится. Так, вот здесь вот, в принципе, можно уже тоже подредактировать приказ. Вот так вот хотя бы. А, и вот здесь вот, кстати, тоже. Ну вот как-то так, наверное. О, господи, ну вот сюда-то мне зачем? Вот зачем вот это так делать? Непонятно. Мне очень нужны здесь порты и очень нужны здесь базы. Ну, Нью-Йорк вряд ли удастся захватить, наверное, сходу. Но Филадельфию надо попробовать взять. Других портов здесь вроде как нету, да? Пожалуйста, возьми Филадельфию. Так, все, здесь главное теперь обороняться в Филадельфии. Вот кровь из носа, как угодно. И тогда, может, из этого что-то выйдет. Что у нас по нашей голубой армии? Уже на подходе, и, может быть, у нее получится что-нибудь где-нибудь захватить. Так, а это что? А тут нельзя как-нибудь здесь высадиться? Нет, да? Ну ладно. Так, вот здесь что за прорывы непонятные? Куда вы-то пошли? Ё-моё, а? Да что ж происходит-то за дичь такая, блин?
Придется выводить их в другую армию, я так чувствую. По-другому никак. Иначе они реально все на этот приказ сдриснут. Так, вот это мне тут не сильно нравится. New Ark, да, тут у нас? Здесь со снабжением-то, наверное, фигово все. Но, с другой стороны, смотрите, мы их сейчас немножко раскидали на несколько фронтов. То есть они теперь вынуждены отсюда снять часть войск и отправить их туда, на юг. И здесь у нас даже получилось прорваться. Эх, нам бы сейчас сюда нашу голубую армию как-нибудь перевести. Было бы вообще просто огонь. Кстати, а почему нет-то? Мы же можем? Да? Сейчас попробуем. Ну что, выбиваем вот этот вот участочек. Тоже надо эту провинцию нам забрать. Летчик Ас получает повышение. Ну, отлично. Летчики Асы нам нужны. Нам все нужны. Гибель пилота. Ну да. Долго они у нас, к сожалению, не живут. Ну что, оттуда мы этих козлов выкинули. Давайте попробуем, может быть, надавить. Получится, не получится. Здесь тоже атаковать вперед. Мы продвинулись еще немножко вперед. А потом они посидели еще немного и еще немного. Что у нас с нашей голубой армией? Где она? Вот она. Ой-ой-ой, главное, чтобы ее сейчас не потопили там. А то будет такая обида. Господи, теперь они здесь прорвались. Да что ж такое-то, что ж вам не имется-то, господа товарищи? Здесь что происходит? Что за дичь? Почему они перебрасывают подразделения куда хотят? Фу, естественно, мы так пролюбим все, что только возможно. Лучше бы мы здесь, наверное, ничего не захватывали, мне так кажется. Потому что стало только хуже. Мы еще и потеряли, блин, почти 10 подразделений. Ладно, возвращаемся к тому, что было. Как так-то вообще? Как они нашли силы-то в себе, блин, отбиться обратно? Откуда у них столько дивизий появилось? Не понимаю. Ну что, наша армия... Куда, твою мать, а? Нет, ну вы посмотрите, ну что это за херня, блин? Куда ты поехал, блин? Куда? Что за дичь вообще? Во, все, идите в жопу, блин. Задолбали, вот ну реально задолбали. Так, порт мы тут можем как-то поднять? А, тут порт и так охрененный. Ну ладно, еще сделаем охренение. Ну что, наша голубая армия все-таки сюда добралась. Это не может не радовать. Давайте мы сейчас линию фронта здесь нарисуем. Вот так вот. И даже ей дадим приказ на наступление. А вот так вот. И, естественно, всю эту армию мы бросим сюда, а вот это вот, этот приказ мы уберем. Ребят, ну что, на этом мы будем заканчивать. Как видите, со штатами получается все не так гладко, как хотелось бы. Они все-таки наглеют, они не хотят сдаваться, не хотят, чтобы мы несли доброе, светлое и все остальное к ним в дома, чтобы мы причиняли им добро, совершенно не хотят этого и сопротивляются зачем-то. Но я надеюсь, что все равно в ближайших сериях мы с ними разберемся, мы покончим с этим мировым злом, вот с этими Соединенными Штатами Пиндостана, и везде наступит мир, дружба и жвачка. Если вам понравилась эта серия, то, как обычно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите ко мне в группу ВКонтакте и на стримы. А с вами был Грини, люблю, целую, обнимаю, в общем, до новых встреч!